Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, скульптуры. Цилиндр с изображением солнечного бога. Классический период, 300-850 год. Длина, высота 1,5. Среди предметов, найденных на территории храмов города Палинки и ее окрестностей, выделяются высокие полые цилиндры из обожженной глины с горельефными изображениями лица бога солнца. По форме они напоминают сосуды, но не имеют дна. По всей видимости, эти изделия служили декоративными подставками для храмовых курильниц, которые помещали смолу копал и другие благовония. Переднюю часть цилиндра традиционно украшает несколько рельефных масок фантастических существ, расположенных одна над другой. Изображение божества солнца выделяется среди них размером. Глаза бога широко раскрыты, из его приоткрытого рта выдаются деформированные, удлиненные зубы. По подбородку извиваются линии, напоминающие змей. Мочки ушей украшены круглыми подвесками. Остальные маски, напоминающие образы священных животных и птиц майя, также исполнены в гротескной манере. Композицию дополняют орнаментальные мотивы. На поверхности цилиндра сохранились следы раскраски, в которой доминирует синий цвет, типичный для оформления церемониальных культовых предметов. Ну, так вкратце из интернета о работе цилиндр с изображением солнечного бога, классический период 300-850 года, глина, текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего.